Сегодня в России отмечается профессиональный праздник – День государственной инспекции безопасного дорожного движения. Снижению смертности и травматизма, а также улучшению качества автомобильных дорог было посвящено заседание круглого стола в штабе общественной поддержки Карачаева-Черкесии. Майя Хамдохова подробнее. В штабе общественной палаты Карачаева-Черкесии для обсуждения актуальной темы по вопросу снижения опасности на дорогах собрались депутаты, представители регионального отделения партии «Единая Россия», различных министерств и ведомств. Открыла круглый стол заместитель руководителя регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Фатима Карданова, которая озвучила главные вопросы и жалобы жителей республики. В этом году в рамках этого проекта был проведен опрос жителей республики, участников дорожного движения на предмет, по их мнению, наиболее опасных пешеходных переходов, на предмет наиболее опасных перекрестков дорог и участков дорог. Вот от республики поступило 906 обращений по различным локациям. Все эти обращения граждан были направлены в органы исполнительной власти республики, в различные министерства отраслевые, ну и, соответственно, в муниципалитеты. В рамках федерального проекта «Безопасные дороги» участники встречи детально обсудили каждый вопрос и всевозможные варианты их решения. Так, например, пешеходный переход по улице Космонавтов в районе торгового центра «Атлантик» в ближайшее время будет совмещен с искусственной неровностью. В ходе обсуждения обозначили план мероприятий по улучшению и повышению качества безопасности дорог, социальных баннеров и дополнительное патрулирование на выявление нарушений правил дорожного движения. К дискуссии по вопросам автомобильных дорог, светофоров и пешеходных переходов присоединился Рустам Муков, инспектор дорожного надзора по Карачаево-Черкесии. Он отметил, что после проверок с выездами на участки в списке наиболее важных и опасных объектов обозначили 22 пешеходных перехода, 9 перекрестков и 3 участка автомобильных дорог. Наиболее опасные участки – пешеходные переходы, перекрестки, где необходимо, по нашему мнению, предпринять какие-то, делать план мероприятий, чтобы они более стали безопасными для участников дорожного движения в Абазинском районе, в Хабесском районе. И также касается перекрестков, наиболее опасные перекрестки, по нашему мнению, где необходимо тоже провести план мероприятий, это по установке фотокамер видеофиксации, чтобы они более стали безопасными, и установка светофоров. Майя Хамдохова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия.